стыдно послушать откровение свыше, что несет покой. В нем не утешение бедствий, не насель, озарение света для души моей. Насыщаться словом Бога — это счастье. Принимать богатство, правду вечных дней. Как светильник ярко ночью освещает, так Писание Бога свет путя земли. Истина доступна людям, возвещает о пути спасения грехов своих. В нем не утешение бедствий, не насель, озарение света для души моей. Насыщаться словом Бога — это счастье. Принимать богатство, правду вечных дней. Заповеди Божьи точны, справедливы. Мыслях мудрейших вижу суету. Библии познание, радости разливы, потому Писание Господа люблю. В нем не утешение бедствий, не насель, озарение света для души. Насыщаться словом Бога — это счастье. Принимать богатство, правду вечных дней. В нем не утешение бедствий, не насель, озарение света для души моей. Насыщаться словом Бога — это счастье. Принимать богатство, правду вечный.